Иноагент Чичваркин, находясь в эмиграции, выразил разочарование в неэффективности санкций против России. В своем последнем интервью он подчеркнул, что санкции, которые были наложены на Россию в течение последних лет, не только не достигли своей цели, но и не оказали ощутимого влияния на политическую и экономическую ситуацию в стране. Евгений Чичваркин, известный своими бескомпромиссными взглядами на политику, указал на то, что антироссийские санкции, введенные западными странами в ответ на ряд нарушений со стороны России, не привели к ожидаемым результатам. Он отметил, что несмотря на экономическое давление мировой экономики, Российская Федерация продолжает укреплять свою позицию на международной арене и не собирается менять свою политику. Нет, конечно, не работают. 11 пакетов. Самая санкционированная страна за всю историю человечества показывает падение в 2%, а на следующий год рост. Это просто курам на смех. Это говорит о том, что эти все мировые институции, они просто не работают никак. Это все фейк. Фикция. Анализируя ситуацию, Чичваркин пришел к выводу, что политика санкций не должна быть единственным инструментом во внешней политике и решении конфликтов. Он призвал к более глубокому анализу и поиску альтернативных путей, которые могут привести к более конструктивным и устойчивым результатам.